80 лет назад части Первого Белорусского фронта победоносно завершили бобруйскую наступательную операцию, освободив город на Березине от фашистской оккупации. Мы, молодые бобруйчане, гордимся мужеством и стойкостью наших прадедов, вынесших на своих плечах испытания войны и подаривших любимому городу новую жизнь. В День города я желаю нашему Бобруйску всегда оставаться таким же мирным, молодым и красивым. От лица молодежи города обещаю бережно хранить традиции и сделать все, чтобы наш город был самым лучшим, самым креативным и современным.